Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре такая очень приятная пятерочка, универсальная баллонка или там универсальное удилище с кольцами, то есть как вам нравится, так и, в общем-то, можете называть. Это от компании Colmic, моделька называется Arcana. Она у меня сейчас в длине 5 метров, потому что завозилась она в России именно в этой длине пока, но по той причине, что она силовая, она очень универсальна, она имеет быстрый строй и очень качественно сделана. Тест удилища до 25 грамм, но по факту вы можете по большому счету ловить чуть ли не небольшого хищника на живца на нее. При этом она в руках лежит очень легко. Вы скажете, что, возможно, это пятерки, они все лежат в руках легко, да, и строй у них там относительно приемлемый. На самом деле не так. Я вам могу рассказать, какие пятерки, да, у которых неприемлемый строй, которые вам, в общем-то, могут запороть рыбалку по той причине, что из-за неверного строя у вас будут часто сходить рыбы, обрывы и тому подобное. Здесь вот у Аркана мне она очень нравится, то есть именно строем, именно правильным балансом цены и качества, ну и, соответственно, брендом, да, известным брендом Colmic, итальянским брендом. Комплектуется удилище, имейте в виду, вот такими вот колечками, дополнительно в отдельном чехле, для того, чтобы при транспортировке не сломать. Проще просто все их закрепить очень сюда, то есть это два подвижных кольца разгрузочных сначала одеваются, и дальше крепится на клей водостойкий тюльпан, и это у вас будет вечно. Дальше идет одно разгрузочное подвижное кольцо на втором колене. Ну и дальше, соответственно, кольца, бланк оснащен кольцами такого среднего выноса по размеру, да, ну, соответственно, максимально универсальный для рыбалки в различных условиях. То есть я имею в виду, это и какая-то туман, влажность утренняя, да, чтобы леска к бланку не прилипал. И в то же время этот вынос, он позволяет не парусить той же самой тонкой лески, то есть, и прекрасно сделать забросы дальние, если они вообще нужны. Значит, дальше по поводу бланка. Ну, как всегда, Colmic не указывает модульность угля, у себя здесь не пишет, да, из чего он сделан, но, по моим ощущениям, это порядка 36 тонн бланк, при этом красочно разукрашен, скажем так, да, приятные буковки, так приятно тактильно очень чувствуются на ощупь. Написано, что здесь технологии Colmic, но очень приятная палка и приятно ее держать в руках. Как вы видите, залит специальной пленкой катушка-держатель, рукоять вся. Катушка-держатель тоже от Colmic, он универсален. Сюда влезают катушки порядка 2-3, ну, вплоть до 4000-го размера, если кому-то это нужно вообще. Соответственно, пробочка, точность также для того, чтобы не складывались колена и не бились кольца, не вылетали вставки колец, внутри стоит неопренка. Дальше, кольца защищают вот такой чехольчик, тут кусочек неопрена даже положили, для того, чтобы хлыстик не вылезал и не травмировался. Ну, жесткий пластик, приятная, хорошая защита для колец. Значит, я здесь вот за кадром выписал основные параметры удилища. Значит, транспортная длина 143, длина до катушкодержателя, до центра катушкодержателя, вот от торца 44 сантиметра, диаметр комля я мерил здесь 21,5 миллиметров, и вес реальный, я просто не верю каталожным значениям, ее вес реальный 240 грамм. Итак, друзья, Аркана, 480 сантиметров ее фактическая длина, быстрая палочка, очень приятно лежит в руках, посмотрите, тут же она встает в прямую линию. Ну, отлично, мне очень нравится, то есть силовая классная пятерка. Нагружаем. Ну, ничего плохого сказать не могу, мне она очень нравится. То есть и карп, просто универсальная, отличная пятерка силовая. Ну вот, друзья, посмотрели, прекрасные палки. Чехол, как вы видите, типичный для Colmic этих годов выпуска.
качественно шит, все очень аккуратненько, ровно, ничего не вылезает, ничего не торчит. Но чехольчик очень простейший, больше как транспортировочный, из синтетического материала. Очень вас прошу, подписывайтесь на канал в YouTube, где вы его смотрите. Внизу вставьте вот такой пальчик, нажимайте на него, без него не смотрите, это моя просьба к вам. И дальше нажимайте кнопочку «Подписаться». Для меня это большой плюс и подарок, в общем-то, от вас. Второй момент, если вы хотите лично мне задать вопросы, так как я в YouTube не так часто, то подписывайтесь на телеграм-канал, либо группу ВКонтакте. Там я практически каждый день самолично отвечаю на вопросы. При покупке удилищ у нас мы даем бессрочную гарантию на заводской брак, то есть на весь срок службы удилища, которое вы купили у нас. И плюс, что никто не делает, две запчасти в год вы можете получить абсолютно бесплатно, даже если вы сами сломали это удилище в период действия такой акции, по которой мы проводим. Подписывайтесь, подробные условия о участии в такой программе лояльности и участии в таких акциях посмотрите, пожалуйста, на сайте Multifish, раздел программы лояльности. Всего вам доброго и до новых встреч!